Друзья, у нас, конечно, не проблема, но планер сел без шасси. Видите, приехал прицеп, его, соответственно, забирает. И у меня есть два варианта посадки. Ну, собственно, один, надо сесть до него приземлиться, то есть короткий заход, до него остановиться и потом ехать уже непосредственно на электротяге, объехать его. Но вот сейчас очень аккуратно у меня будет заход короткий, Григорий будет снимать. Посмотрим, что из этого получится. Палец на прицеле, объектив. Шасси отпусти. Все равно потянет, где Виктор дал винкля, не казался. Так, я захожу коротко. Ничего не поделаешь. Максимально коротко. Коробочки не буду раздувать, потому что за мной будет еще. Номера закрыл на лейте, чтобы минимизировать скорость касания. И буду останавливаться до этого планера. Вот там уже планер перед ним приземлился. То есть сбоку. Сбоку уже один стоит. Ну, собственно, я активирую заодно сразу систему питания, чтобы пустить двигатель быстро. Ну и в конце концов я его объеду. Здесь обычно мы не приземляемся. Ну, что поделаешь. Посмотрим, что там получится. О, и мы дальше перешли на электротягу. Можешь вокруг поснимать моторчик наш. Дальше на электротяге. Да, бывают такие нештатные ситуации, друзья. Это у нас шипы. Это у тебя колесо шуршит, когда скорость высокая. Оно там стоит. Резиночка, на ней брынкает. Фух. Так. Пока я, друзья, еду, я вам скажу, что самое главное быть готовым к такой ситуации, заранее подумать, что ты будешь делать, и это сделать. То есть у нас получилось красиво, в принципе, можно было от горы сесть коротко и до него не доехать, развернуться. Но мне показалось, что это был бы более сложный путь. Вот, а я все повторю, так сказать, притчу о открывателях ангара. Представляете, вот этот ангар ждет человека, который его будет открывать к нашему приезду и получать за это полеты. Представляете? Встреча. И мы прямо заруливать в ангар будем. А пока просто приходится вот так доезжать на электротяге. Ну хорошо, хоть тяга есть. Можно красиво сейчас в тенечек дрыкнуть. Оп. Главное об этот ангар не раздолбать планер. О, ну что ж, хорошая посадочка. Гриша, ты как? До новых встреч. Ну, уважаемые любители лёта и вида спорта, до новых позитивных роликов. Летайте осторожно. Не забывайте выпускать шасси.